Тутаеве заработала пешая переправа. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели техническое освидетельствование льда и разрешили людям переходить Волгу. Место оборудовано специальными мостиками, ограничительными вехами и спасательными средствами. Замеры льда производятся ежедневно, дежурят спасатели. Переправа работает с 8 утра и до 8 вечера. А вот автомобильной переправой в селе Глебово Рыбинского района пользоваться пока нельзя. Сотрудники ГИМС выявили нарушение. Там отсутствуют технические средства для спасения людей. Специалисты ежедневно замеряют лед и в районе Ярославля. Его толщина в среднем больше 30 сантиметров. В этом году, допустим, мы открывали раньше переправу, но ввиду того, что перед новогодними праздниками были оттепели, образовались промоины, пришлось приостанавливать работу и деятельность переправы в Тутаеве. Но ввиду январских морозов лед снова, ледостав образовался заново.